Ну а главное, чуть не забыла, пришпилить, как брошку, любовь. С удовольствием, что платье носилось, надевая его вновь и вновь. Милость, праздник! Милые, прекрасные, мудрые, в этом зале собрались педагоги Уссурийска накануне праздника. И каждая служит профессии не один год. Именно вам, жители нашего Уссурийского городского округа, доверили самое ценное – это своих детей. Именно вы учите их различать, где право, где лево. Именно вы учите их читать, писать. Именно вы учите их любить свою маму, семью, родину. Здесь нет случайных людей. Аплодисменты не смолкают, улыбки не исчезают, цветы не кончаются, как и любовь к огромному количеству детей. Вместимость душу педагогов не измерить. Это уникальные люди с большой буквы. Секрет обычный, простой. Главное – любить свое дело, любить свою работу. Самое главное – любить детей, которым ты отдаешь свое сердце, душу. Ну, все то, что у тебя есть. У педагога душа очень большая, доброе, чуткое сердце, у которого должно хватить любви и на своих детей, и на своих близких, и на тех, кого не видят каждое утро. Это маленькие детки в детских садах, это большие и чуть поменьше в школах. Вы знаете, женщина вообще от Бога педагог, потому что она воспитывает наше поколение, да, ну, каждое поколение воспитывает женщина. Мужчина – это кормилец, он зарабатывает, обеспечивает, а женщина – каждая педагог, наверное, от Бога. Цветы и благодарность в руки, в ответ улыбка и искры в глазах. Воспитатели детских садов, учителя, методисты, заведующие и директора – отметили многих, приехали и представители дальних сельских школ. Сельские дети отличаются от городских тем, что они более душевные, тем, что они более, может быть, послушные, что ли, тем, что они более активные, тем, что наши дети просто самые лучшие, потому что мы их любим и мы их воспитываем. С цветами и весной в душе женщины разойдутся по работам, по неродным, но все же своим детям, чтобы каждый день дарить себя, заполнять вновь и вновь и не сомневаться в своем призвании. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс.